происходит такое безобразие. Жили кошки на участке, пили молочко, ели корм. И 4 дня назад, даже, наверное, неделю, заколотили все дырки, выгнали их на улицу под бревна, пошвыряли камнями, какой-то покалеченный, какой-то нет. С Божьей помощью всем двором подкармливаем. Купили им приспособления, кормушки, клетки. Ну вот, выбегают на улицу. Два кота уже задавили, раскатали. Одна собака загрызла. Вот кого удалось спасти, прибить, оставили. Рыжие, красивые. В общем, это получается, получается хозяева непутевые, да? Хозяева выкинули, да, вот в этом доме жили. Пролезали в дырочки, все дырки заколотили, понятно, выгнали на улицу их. Обещали красивым ядом их натравить. Ну, вы нехорошие молока, да, в обиду не даем кошек. Красивые, да, красивые, все такие прям. Ласковые, очень ласковые. Соиграются они, им 7 до годика. Угу. Помет один получается. Да, мамка его, и мамка там сидит, их сейчас вылизывает. А вот этот жил у нее тоже в доме, в сарайчике. Вызывает Шеба. Шеба, зайка. Ой, какие рыжики красивые. Нет, это не чужой. Вот этот обваренный в молоке. Да, ну сейчас после ремоксана он начал кушать и потихонечку стал обрастать. Иди ко мне, мой хороший, жирком. Такой. Сейчас потихоньку стал есть, уходить, оклемываться. Понятно. Вот у нас тут, значит, кормушки им сделали, да? Да, добрые люди. Своими руками кормушки, клетки купили, рулон войлока. Все в придачу отдадим, игровой комплекс стоит полностью. Домашний, мы тебя не берем. Тебя потом кормить. Сейчас там он тут и все. Закрывайте, сразу закрывайте, он выбежит. Надо это открывать, да. Тут вот самое это одно дело. Это чужой. Да, и его не бери, да. Вот беленькую можно брать. Мы его не будем брать. Давай. Тихо, отпустите, она боится. Все. Ой, ее надо сразу прям, я же говорю, ее надо сразу прям сажать. Вот я за шиворот и сразу сажать. Да. А вот этого мы хотели отдельно. Вон она, перенос. Тогда его берите и уносите. Давай. Иди ко мне, Шеба. Иди. Иди. А то еще. Так, все уже пока? Так, все. Ой, так, подожди. Так, ключи. Вот мне дано взять прямо. Мы ему не постелили. Пусть поест, все эти трое. Мама, ну...
здесь. И здесь вот они еще сидят. Так, сейчас я...